Более чем в 40 торговых центрах Архангельска обнаружены нарушения противопожарной безопасности. Проблемы вскрылись после страшной трагедии в Кемерово. Ровно 3 месяца назад пожар в торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек. Сегодня сотрудники прокуратуры Архангельска и МЧС посетили торговый центр «Титан-Арена». Цель проверки – удостовериться, что недостатки исправлены. Нарушения требований пожарной безопасности были многочисленны. Значит, касались как несоответствия эвакуационных выводов установленным требованиям, недостаточно были у нас знаки пожарной безопасности, не соответствовали, значит, требованиям системы пожаротушения, системы оповещения людей о пожарах, первичные средства пожаротушения. Как показала проверка, большинство нарушений устранены, однако остался ряд недостатков, требующих финансовых затрат или поставки дополнительного оборудования. Проведена большая работа по устранению замечаний, которые были в представлении прокуратуры. То есть произведена закупка, замена оборудования, приняты решения по эвакуации, по контролю за деятельностью арендаторов. То есть в настоящее время все основные эвакуационные пути у нас свободны. Планируется, что все нарушения пожарной безопасности в этом торговом центре будут ликвидированы к концу 2018 года.